Ты себе как-то представляешь, чтобы Байден тратил эти 90 миллионов? Как это вообще возможно с ним, да, вот как кандидат в президент? Они что могут организовать, чтобы Байден в этом поучаствовал? Да лучше всего всей команде Байдена, чтобы сейчас Байден сидел там в Делавере на пляже и ничего бы не говорил. В стране что, ничего не происходит, что ли? Да, блин, система высшего образования в стране трещит по всем швам. Президент по-хорошему должен мотаться из одного штата в другой по этим университетам и говорить, да, и решать проблему, докладывать нации о том, как он решает эту проблему. Он не может этого сделать. Мы понимаем, по каким причинам, да? Поэтому те 90 миллионов, которые спонсоры ему накидали, они для чего? Они, по сути, ни для чего. Ну, что можно? Доверенные лица, да, как вот в России от Путина, доверенные лица будут ходить по регионам, так и в Соединенных Штатах. В дебатах Байден участвовать не может. По штатам мотаться он тоже не может по состоянию здоровья. Так куда эти деньги пойдут? Я вот не очень понимаю. У Трампа 70, да, ты говоришь, сколько? 76. Ну, меньше, чем 90. Но он хоть может это реализовать, он может поехать, устроить политические какие-то представления, политические ралли, может поговорить просто с избирателями, может поучаствовать в телевизионных программах, дать интервью тому же Time, да? Ну, как-то он может это сделать. Байден не может ничего. Это катастрофа для штаба, избирательного штаба Байдена. У них кандидат, который не может ничего, несмотря на то, что денег много.